Звезды эстрады заодно с полицейскими. Совместно с блюстителями законности Караганды участие в профилактике преступлений и правонарушений принимают отечественные кумиры, которые призывают быть бдительными при уловках аферистов. Подробности в сюжете. Действительно, мы допустили по городу Караганде за 2023 год рост именно интернет-мошенничеств. Если в 2022 году регистрация была 1676 фактов, то в 2023 году 2482. На 48% мы идем с ростом. Интернет-мошенники не на шутку активизировались, почувствовав свое превосходство, и продолжают объегоривать доверчивое население. Каждый день до 7 карагандинцев становятся жертвами аферистов и добровольно передают свои сведения к доступам к счетам и вкладам, а порой отдают и наличку. На сегодня управление полиции города Караганды развернуло широкую работу по информированию населения города, чтобы мы с вами знали и были осведомлены об уловках и хитрых схемах преступников. Могли вовремя бросить трубку, не ходить на сомнительные презентации, обращаться за информацией в полицию и колл-центры. Никому не секрет, буквально в конце 2023 года в город Караганду приезжали звезды казахстанской эстрады. Они понимают ситуацию в целом по республике, что проблема есть, и эта проблема существует, как интернет-мошенницы. И со своей стороны они очень активно нам помогают в плане того, чтобы через их подписчиков дошло до каждого нашего гражданина Республики Казахстан, что есть такая проблема, существуют интернет-мошенники, и необходимо быть бдительным в этой части. Совместно с карагандинскими полицейскими призывают не становиться жертвами интернет-мошенничества, проявлять осторожность и не передавать персональные данные посторонним лицам и звезды казахстанской эстрады. Если информация от блюстителей закона не доходит, то, может, к народным кумирам прислушаются. Вся безопасность находится в ваших руках. И мне кажется, вооружен именно тот, кто знает, что нельзя подходить очень просто к своей жизни. Нужно доверять именно тем, кого ты знаешь, но это в первую очередь себе. И когда к вам звонят мошенники, перепроверяйте всю информацию и будьте очень бдительны. Почему? Потому что на сегодняшний день, к сожалению, мошенники приобрели совершенно новые ключи и приобрели совершенно новый этап своей эволюции. Ирина Вабищевич, Николай Шевелев, 5 канал.